Уделите время себе самим и вызовите внутренний прилив сил и энергии. Релаксация – необходимый элемент восстановления психического баланса и нормальной жизнедеятельности. Наша программа облегчает борьбу со стрессом и помогает достичь единства ума, тела и души. Вы ощутите большую гармонию и внутренний баланс, естественную приподнятость настроения. Примите удобную позу, скрестив ноги, держите спину прямо и расслабьте плечи. Дышите глубже. Освободите свой ум от проблем и неприятностей. Закройте глаза и поиграйте с воображением. Представьте себе ваши мысли в виде парящих в пространстве слов. Слова «боль», «страх», «напряжение». Сначала вы наблюдаете их на расстоянии. Потом всматриваетесь в каждую букву отдельно. Постепенно они теряют свою форму и медленно тают в воздухе. Отпустите все, что привязывает вас к каждодневной действительности. Не дайте новому ощущению вас покинуть. Освобожденными от напряжения, войдите в свое сознание с чувством внутренней готовности к новому опыту, смелыми и полными свежих сил, расслабленными и излучающими позитивную энергию. Активируйте глубокое дыхание, вдох и выдох только через нос. Усилившийся приток кислорода стимулирует ваши чувства и важные физические функции. Глубокое дыхание помогает организовать свои мысли и успокаивает нервную систему. Восприятие эмоциональных процессов улучшается. Негативные эмоции и внутренний дисбаланс можно преодолеть медитативными упражнениями, гармонизирующими деятельность обоих полушарий мозга. Баланс правого и левого, активности и пассивности, инь и янь – основа внутреннего баланса и здоровья. Нарисуйте кончиками пальцев длинную кривую линию в виде знака бесконечности. Делайте это несколько раз. Вы заметите, как центральная точка линии то попадает в фокус, то выходит из него. Делая это упражнение, почувствуйте возвращение баланса и внутренней гармонии. Рисуйте этот знак сознательно, поддерживая этим оптимальную умственную активность и накапливая ясность мышления. Энергетическая йога помогает достичь большего физического и умственного баланса. Ваше тело станет более гибким, и вы будете выглядеть моложе и привлекательнее.
Встаньте в полный рост, держите спину прямо. Все упражнения будут показываться в зеркальном отображении. Левая половина как правая, а правая — левая. Вдыхайте на движении вверх. Выдыхайте на движении вниз. Поднимите руки вверх и сделайте шаг назад правой ногой. Согните колено на выдохе и опустите руки, отведя локти назад. Снова поднимитесь и повторяйте движение. Остановитесь в нижней позиции и задержите дыхание на вдохе, максимально расширяя грудную клетку. Теперь поднимитесь и сделайте шаг вперед. Повторите то же движение для второй половины, продолжая дышать правильно и ровно. Почувствуйте напряжение работающих мышц тела, дыхание глубокое. Вдохните, поднимите руки. Вдохните, растяните спинные мышцы. Примите горизонтальное положение, как при отжимании от пола. Легко коснитесь лбом пола, потом поднимите грудь. Выдохните и перейдите в положение на корточках. Замрите и почувствуйте растяжение позвоночника. Вдохните и наклонитесь вперед. Выдохните и примите позицию для отдыха. Расслабьте мышцы шеи. Вдохните, сделайте шаг вперед. Выдохните, подтяните голову к коленям и медленно поднимитесь. Повторите последнее упражнение. Руки вверх, нагнитесь, растяните мышцы спины, примите упор лежа, поднимите вперед грудь, сядьте на корточки. Поднимитесь в положение для отдыха и задержитесь в нем. В этот раз на вдохе сделайте шаг правой ногой. Поднимите руки вверх и замрите на несколько секунд в этом положении. Опять примите упор лежа, расправьте грудь. Снова сядьте на корточки и замрите. Подайте туловище вперед. Примите положение для отдыха и задержитесь в нем. Сделайте шаг вперед левой ногой. Примите позицию воина. Глубоко вдохните. Опуститесь в упор лежа. Расправьте грудь. Сядьте на корточки.
подайтесь вперед, примите позу для отдыха. Шаг вперед, голову к коленям. Медленно разгибайтесь, поднимая руки. Поднимите руки, откиньтесь назад и медленно нагнитесь. Сделайте шаг назад правой ногой и согните левое колено. Задержитесь в этой позе. Теперь примите положение для отдыха. Опуститесь в упор лежа и расправьте грудь. Снова в положении для отдыха. Повторите упражнение для левой части тела. Сделайте шаг вперед, голову к коленям, пара глубоких вдохов и поднимитесь. Шаг назад правой ногой. Левая рука за спиной, правая вверх. Выгните спину, а потом наклонитесь вперед. Повторите последовательность 3 раза. Шагните вперед и повторите все снова для другой стороны. Задержитесь в этой позе, а потом откиньтесь назад. Расставьте ноги, наклонитесь вправо, поверните голову вверх к левой руке и задержитесь. Теперь повторите упражнение «Треугольник» для левой стороны. Снова наклонитесь влево, обопритесь на колено и поднимите над головой левую руку. Теперь повторите для другой стороны. Come up. Place the right hand.
Поднимитесь, коснитесь левой рукой земли и замрите. Теперь повторите для другой руки. Поднимитесь, руки на талии, откиньтесь назад. Потом вперед и возьмите себя за пальцы ног. Медленно разогнитесь, поставьте ноги вместе и поднимитесь на носки, разогнув запястье. Повторите упражнение 3 раза. Снова поднимитесь на носки и поднимите руки вверх. Сделайте так 3 раза и замрите на несколько секунд. Поднимите правое колено и отведите в сторону. Теперь в другую сторону. Положите правую ступню на внутреннюю часть бедра. Поднимите руки вверх и задержитесь в этой позе. Повторите то же самое для другой стороны. Поднимите руки, согните правую ногу в колени и отведите ее назад. Наклоните туловище параллельно ноге. Теперь повторите для другой стороны. Сделайте шаг правой ногой в позицию воина. Задержитесь в ней и вдохните. Повторите с левой ноги. Повторите позу воина с протянутыми врозь руками. Примите позу упор лежа, откройте грудь, присядьте на корточки, подайтесь вперед.
согните правую ногу, а потом протяните ее назад. Повторите три раза и замрите. Повторите то же самое слева. Примите позу для отдыха, а потом прыжком вперед перейдите в положение сидя. Поднимите руки, наклонитесь вперед. Поднимите руки, наклонитесь вперед. Поставьте руки за спиной, прогнитесь в позвоночнике и глубоко вдохните. Уприте правую ступню в бедро, поднимите руки вверх и наклонитесь вперед. Теперь то же самое для другой стороны. Согните правую ногу и повернитесь вправо. Левая рука на колени. Задержите позу и вдохните. Повторите последовательность для другой половины. Сведите ноги, отклонитесь назад и приподнимите ноги, включая мышцы пресса. Вдохните. Теперь возьмитесь за пальцы ног и разведите их в стороны. Зафиксируйте эту позицию. Согните колени и лягте на спину. Поднимите колени к груди и наклоните их вправо. Теперь опять вверх и в другую сторону. Поднимите ноги в стойку на лопатках. Глубоко вдохните. Опустите колени и перейдите в положение сидя. Поднимите руки и наклонитесь вниз. Согните колени и медленно опуститесь вниз на спину. Оставайтесь в позиции лежа на спине столько, сколько вам требуется. Расслабьтесь и почувствуйте приток свежей энергии в ваших мышцах.
Элементы тайши и медитативные упражнения улучшают способность концентрации и гармонизируют потоки жизненной энергии. Встаньте прямо. Поднимите руки вверх. Теперь опустите вниз, потом вперед. Ощутите положительное напряжение своего тела. С усилием притяните кулаки к телу. Теперь повторите последовательность дважды. Расставьте ноги и поднимите руки. Скрестите руки на груди, а потом протяните вправо. Потяните назад воображаемую лодку. Повторите это еще два раза. Теперь повторите для другой стороны. Скрестите руки на груди, а потом поднимите их. Восстановите энергию, положив руки на живот ниже пупка. Чи-канг лоу усиливает вашу жизненную энергию и повышает иммунитет. Почувствуйте движение чи через ваши руки. Согните колени и круговым движением разведите руки. А потом поднимите вперед. Кончики пальцев касаются верхней части чакры. Затем медленно опустите руки по задней стороне головы до шеи и положите их на плечи. Постойте некоторое время и почувствуйте, как поток отрицательной энергии спускается по корням вниз и уходит в землю. Направьте поток энергии через уши. Чи идет вниз по передней части тела в землю. Почувствуйте энергетический поток.
Направьте кончики пальцев навстречу друг другу и почувствуйте, как поток энергии проходит через почки. Протяните руки перед собой, ладонями и большими пальцами вниз. Займите положение на внутреннем уровне и снимите энергетические зажимы. Дышите медленно и глубоко. Теперь представьте, что черпаете свежую энергию элемента воды. Протяните руки и притяните к себе энергию. Кроме того, примите энергию неба, подняв руки. Теперь примите энергию Земли. Теперь поддержите свою спину и почки новой энергией. Почувствуйте, как энергия переливается в ваших руках. Представьте сгусток энергии, который вы с помощью круговых движений направляете в центр живота.
Теперь заполните пространство вокруг головы энергией Чи. Пропустите положительные потоки Чи по внутренней и внешней поверхности рук. Повторите это упражнение несколько раз. Дышите ровно и глубоко. Ощутите Чи в ваших руках, как теплую ауру, приятное чувство. Сконцентрируйтесь на ощущении теплой энергии по всему телу. Теперь сохраните в себе энергию, положив руки на живот ниже пупка, чтобы ваши энергетические центры ее усвоили. Почувствуйте, как она наполняет и освежает ваше тело, мозг и душу. Продолжайте нашу медитативную программу йога, сделав плавный и медленный наклон вперед. Теперь несколько раз глубоко вдохните.
Расставьте ноги и поверните корпус вправо. Коснитесь левой рукой земли у внешней стороны противоположной ноги. Вернитесь в исходную позицию и повернитесь влево. Положите руки на бедра и прогнитесь назад. Потом наклонитесь вперед и возьмитесь за пальцы ног. Прогните себя еще ниже и продолжайте дышать глубоко и расслабленно. Медленно поднимитесь и поставьте ноги вместе. Потом поднимите руки над головой. Наклонитесь вперед. Голову вниз. Теперь согните колени. И примите сидячее положение. Снова поднимите руки над головой и наклонитесь вперед. Подтяните голову к коленям и глубоко дышите. Теперь поднимитесь. Медленно согните колени и лягте на пол. Теперь примите позицию мост на плечах. Поднимите руки над головой или сцепите их под бедрами. Плечами поднимите тело в прогибе. Опустите тело, подтяните колени к животу и поверните в сторону. Выпрямите ноги и зафиксируйте положение. Переместите ноги в противоположную сторону и повторите все упражнения.
Поднимитесь в стойку на лопатках и зафиксируйте положение. Дышите глубоко. Согните колени и медленно перекатитесь в положение лежа. Насладитесь расслаблением тела. Метод передовой мышечной релаксации основан на кратковременном и интенсивном сокращении мышц и резком их расслаблении. Лягте удобно и почувствуйте напряжение тела. Теперь интенсивно напрягите все мышцы одновременно. Теперь постарайтесь ощутить разницу, когда расслабляете тело. Повторите цепь сокращений и расслаблений 3 раза. Вдыхайте, задерживайте дыхание на период сокращения, а потом расслабляйте мышцы с полным медленным выдохом. Теперь медленно примите положение сидя. Мягкий точечный массаж помогает ослабить энергетические зажимы, жизненные функции организма и силы самоисцеления будут оптимально активизированы. Прижмите кончики пальцев к вискам, закройте глаза, а потом проведите пальцами по лицу. Положите кончик среднего пальца между бровями и медленным циркулирующим движением массируйте точку на лбу. Теперь мягко помассируйте области глаз, а также виски. Положите руки на глаза и насладитесь темнотой и спокойствием. Массажируйте живот в изолированной области, и любое напряжение или боль исчезнут.
Ускорьте процесс сжигания жиров с помощью мягкого пощипывания. Щипайте живот большими и указательными пальцами рук. Переходите с одной стороны тела на другую. Массаж стопы помогает сбалансировать работу всех органов. Массируйте всю поверхность ступни мягкими движениями. Это стабилизирует внутренний баланс и еще глубже расслабляет. Если вы работаете с партнером, пусть он или она помассирует вам спину. Кольцевое нажатие лучше всего применять по сторонам позвоночника. Если вы одни, используйте массажер или что-нибудь подобное. Или глубоко дыша, сконцентрируйте сознание на области позвоночника. Внутренне просканируйте и почувствуйте каждый сантиметр своего тела. Пошлите как бы луч энергии в каждую его часть, которая напряжена или болит. Ослабьте напряжение, концентрируясь на каждой точке. Вы можете сами интенсифицировать внутренние очищающие функции организма с помощью упражнений на контроль дыхания, которое называется каньяма. Пытаясь выработать легкую манеру дыхания, и ваши эмоции и интеллект сами достигнут гармонии. Положите большой палец правой руки на правую часть носа. Полностью закройте эту ноздрю большим пальцем. Кислород циркулирует через открытую ноздрю по спирали, вдоль позвоночника до его основания. Внешние пальцы закрывают левую ноздрю.
Выдохните. Теперь дыхание идет по кругу обратно вверх по позвоночнику. Повторите упражнение несколько раз. Дыхание через правую ноздрю стимулирует и активирует ваш организм. Дыхание через левую ноздрю успокаивает. Задача медитации – почувствовать расслабление и единение с Вселенной. Это 5000-летняя восточная наука внутренней тишины. Отстранитесь от проблем и насладитесь текущей секундой. Оставайтесь внутренне спокойными и бодрыми. Закройте глаза и расслабьтесь. Energy Zone разрабатывает концепции хорошего самочувствия, фитнеса, красоты и здоровья, силовая йога, физические тренировки, кардиобокс и сенфай. Energy Zone внес ощутимый вклад в улучшение сферы фитнеса и здоровья, а сенфай представляет собой новое направление сознания тела. Каким образом отличается сенфай от других программ фитнеса? Нигде больше я не испытывала на себе трехчетвертной ритм. Это абсолютно другое ощущение, потому что не только укрепляет тело, но обновляет и расслабляет его. Это как танец, который ты просто должен выучить. И думаю, это просто здорово, когда получается открыться для этого. Сенфай замечательно сгоняет жир и наполняет новыми силами. Когда я вышла отсюда в последний раз, у меня болели мышцы в местах, о существовании которых я и не знала. Я думаю, сенфай – это нечто новое. Это эмоциональная школа, обращающаяся ко всем ощущениям твоего тела. Это просто прекрасно. С нами в студии Кристина Тразинский. Она эксперт по здоровью и разработчик Сенфай. Это чувственные элементы, отличающиеся от всех нам известных. Трехчетвертной ритм вводит вас в состояние транса. Вы отключаете сознание и забываете о стрессе. Вы возвращаетесь к себе самому. Вы также накапливаете умственную энергию и можете яснее думать. У вас возникает ясное чувство. Я здесь, я существую. Я выражаю свое внутреннее «я». Сенфай. Абсолютное здоровье. Благодаря своему высокому качеству, концепции Energy Zone приобретают международное признание. Новая серия «Абсолютное здоровье» символизирует философию Energy Zone. Реструктурирует индивидуальность вашего организма и позволяет почувствовать его силу. Программы «Релаксация» и «Зарядка энергии» помогают достигнуть внутреннего баланса, ведь только в процессе взаимодействия тела и разума развивается человеческая индивидуальность.